Прямая раскрашена в 11 цветов. Докажите, что существуют на ней две точки одного цвета, расстояние между которыми целое число. Возьмем отрезок длины 11 и на нем расставим на расстоянии 1 точки. Просто разбиваем отрезок на 11 равных частей. Тогда 12 точек. Есть две точки одного цвета. Конечно. Это называется принцип Дирихлета. Если точек больше, чем цветов, то обязательно найдутся две точки одного цвета.